Второй год подряд анапские родители могут испытать на себе, что такое единые государственные экзамены. Допуском к ЕГЭ является сочинение. Вот его-то и предлагают написать взрослым. В этом году Министерством образования определено два дня – 24 и 25 ноября. Причем эти дни образовательные учреждения могут выбирать самостоятельно. Это сделано для удобства наших родителей. До 22 числа наши школы определятся. Оба дня они будут приглашать родителей писать сочинение или один день. Но есть у нас базовая шестая школа, где оба дня мы ждем родителей, всех желающих принять участие в этой акции. У нас активные очень родители. В прошлом году в написании сочинений приняли участие 60 человек. Причем это были и родители наших выпускников, и представители общественных организаций, даже депутаты. В этом году мы также приглашаем всех желающих принять участие. Надеюсь, что их будет больше. Потому что и выпускников у нас в этом году больше. А в настоящий момент у нас 802 выпускника. Регистрация участников 24 и 25 ноября начнется в 9:30, экзамен в 10:00. Темы сочинения, над которыми предложат поразмышлять родителям, станут известны лишь в день написания. Точно такой же экзамен 6 декабря предстоит сдать и выпускникам. Основной этап для написания сочинения, как допуска к итогу аттестации, определен 6 декабря. Но вообще дается выпускнику 3 попытки. Если получает не зачет, а сочинение расценивается как зачет или не зачет, то повторно можно будет сдать этот экзамен 7 февраля, а потом 16 мая.